В Улан-Удэ заключен муниципальный контракт на строительство второй очереди первого этапа пускового комплекса кладбища. Контракт на сумму 35,6 миллиона рублей заключен между Улан-Удэ «Стройзаказчик» и ООО «Ремстрой», сообщает Управление по информационной политике города. Компания должна благоустроить и озеленить участок площадью в 5,73 гектара, где появится возможность произвести более 5000 захоронений. Необходимость в строительстве нового кладбища возникла давно, так как существующие не справляются с нагрузкой, часть из них закрыта для захоронений. Срок окончания работ по контракту – 1 ноября 2017 года. По сообщению информационного агентства «Восток Телеинформ», 8 основных кладбищ города уже закрыты. Ранее власти города просили депутатов Народного хурала Бурятии рассмотреть возможность строительства крематория, но пока вопрос решили за счет строительства нового кладбища.